Хранители историко-культурного наследия Крыма, музейные работники получили поздравления и подарки в преддверии своего профессионального праздника. В Симферопольском художественном музее собрались лучшие представители этой отрасли, работающие на благо республики многие годы. С ними пообщалась Алена Сергеенко. Не работа, а призвание. Музейные работники со всех уголков Крыма в свой профессиональный праздник собрались в парадном зале Симферопольского художественного музея. Среди них Людмила Науменко. Женщина работает в этой отрасли больше 20 лет и свою профессиональную миссию оценивает масштабно. Одна из таких больших и глобальных направлений музейного дела – это прежде всего это сохранение и изучение того материального достояния, которым мы владеем непосредственно в музее. Это одна из таких основных направлений, потому что если мы не будем собирать, изучать и только потом показывать, в принципе, мы можем потерять все, что есть. В прошлом году в крымских музеях побывало около 2,5 миллиона человек. В планах увеличить показатели, экономить на музейном деле не будет. Реставрация отдельно, это 1,2 миллиарда, которые в этом году будут освоены. В основном это не реставрационные, а укрепительные, противоаварийные работы. В некоторых случаях консервация объектов, которые нужно просто сегодня срочно сохранить. По мнению министра культуры Крыма, уникальные музеи полуострова занимают достойное третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Чего только стоит коллекция экспонатов Симферопольского художественного музея. Посмотреть на них приходят как взрослые, так и дети. Наш музей ориентирован в первую очередь на работу с детьми. Мы проводим замечательные мастер-классы, где детям опытные преподаватели, искусствоведы преподают уроки мастерства художественного, уроки песочной анимации, уроки лепки. Ну и вообще помогают детям творчески развиться. Музейные работники получили свой адрес не только слова поздравлений, но и музыкальные подарки. Алена Сергеенко, Иван Ковалев. Время новостей.